это комната, где пишут пожелания. Если ты не успеешь стоять в очереди в день Марии Святой, то как есть, а видишь, что тут вот эта большая книга, пишут записки для себя. Если ты хочешь для кого-то, то ты приносишь пищу этого человека, любви. Пишешь тогда твое имя пожелания. У нас только стоит вот этот и бутсы, шлемы, крестик, где-то трубки, чего только нет, иконки, сумки, колокольчики, фотографии. Те, кто это пишут, за тем, кто не сможет приехать и оставляет их вещи. Такая вот